Добрый день! Сегодня приготовлю пирог. В большую миску отправляем яйца, добавляем соль и хорошо смешиваем с помощью венчика. Далее в яичную смесь добавляем ванильный сахар и сахар. В готовую смесь добавляем сметану. Вливаем растительное масло. Всыпаем соду и разрыхлитель. Хорошо смешиваем все компоненты. Далее небольшими порциями добавляем просеянную муку. Добавляем какао-порошок. Хорошо смешиваем все ингредиенты до получения однородной массы. Форму застилаем бумагой для выпечки и выливаем готовое тесто. Отправляем пирог в разогретую духовку на 30 минут. Выпекаем при температуре 180 градусов. Далее готовим пропитку для пирога. Небольшую миску просеиваем какао. Сначала какао соединяем с небольшим количеством горячего молока, чтобы не было комочков. Затем добавляем сгущенку и остальное молоко. Заливаем готовый пирог горячим какао. Тем временем готовим шоколадную глазурь. В ковшик наливаем молоко, добавляем просеянное какао и кукурузный крахмал. Всыпаем сахар. Ставим смесь на огонь и хорошо прогреваем. С помощью ножа выравниваем все стороны пирога. Густой шоколадной глазурью покрываем пирог. Далее отправляем пирог в холодильник на 20 минут. Украшаем пирог по желанию. Шоколадный пирог готов. Приятного аппетита!